Шоу. И у нас в гостях лидер гурта «Мутная Вока» Кавьен Гмушка. Ось мне вельми приємно то, что он отгукнулся амаль что одразу после вечера памяти Вітаута Мартиненки. Все наши классики, кажуть, рока сюди занятые люди, а ось реально андеграунд и человек рок-н-ролла Кавьен одразу сказал, я прийду до тебе у гості. Ось ми сьогодні почнемо розмову якраз таки з особи Євгена, як чоловіка, як лідера гурта «Мутне Око», як альтернативщика 2000-х годів. Ось, і вельми приємно тебе побачити. Вельми взаємно. Ось, і перше питання, колись я тобі його задавав, але ти тоді був неким там прострацією, не ведаю, чим. Я? Так, мы ехали разом бывает на таксовке, и я что-то спытал, а чему именно это мутное око? Коллега-то пришел такие на зову, и чему именно это мутное око? Ну, а чему у всей нации такое нормально быть, а называться так, ну, неемко. Мутное, ну... Ну, то Бог нормально таким быть, а называться так ненормально. Я не ведаю, я на это не завостриваю увагу. Так, так... Так нас назвали. А, это так. Бывает, что ты шукаешь назву, а бывает, что и она тебя знаходит. Ну, на районе прошапился, как мянушка. Мутный, мутный, мутная, ты мутная вока, а ты мутная, и все, и пошел. То, что мутная, не, все не, просто, не, просто сам по себе. Абсолютно, она вот не в этом... не в этом сенсе, просто... И сегодня сутракаются люди, которые задают питание, а чему ты такой самотный, чему такой мутный, что там... А ты уже начинаешь зловать, здравствуй, Бог, да, отшапись от меня, просто я думаю о своем. Mm-hmm. Нет, это сленг, я называю это районный народный сленг. Другое испытание, которое мы сейчас с тобой размовляли, все ж таки, как ты, какие стиль твоей музыки, что ты... Нашей музыки. Нашей музыки. Как можно... сказать, что это за стиль у музыки? Панк, рок, альтернатива? Мы называем это рух. Просто рух. Мы называем это рух и абсолютно рады каждому, кто до нас долучается и завитает до нас на импрезы, так и иншим сроком подтримливая нас чином. Вот, это рух, и он смешает, ну что это, independent, indie, indie rock, rock, man, альтернатива, ну, с заходним таким уплывом, конечно, не без гэтага. Это альтернатива, это инди-рок, это ён сумешчае и пастуху, и гранж, и поп, и все, что ты можешь зараз сами уявить и перелечить. Но «Мутная Вока» на дадзены момент, это популярный гурт? Я не ведаю, что у нас в Украине на сегодняшний день популярно. Ну, все то, что гучыць. Вот ты кажешь, ну и мы вышли. Ну, я от ранку сегодня проснулся, заварил каву и радио столицы, хопа. Вот, вот, значит, гучись. А потом из Ниш пошел у обед. Серьезно? Серьезно, я, конечно. Я столицу мало чую, только колено сами телефонуют. Это добро. Ты мне скажи, вот самые приемные для тебя моменты у фестивальном, концертном этим руху, как ты говоришь, это рух.
Что ты отзначил ось с 2000-х до сегодняшних дзен? Самые такие яскравые моменты, что тебе сподобалось с фестивалю? Ты очень шмат где играешь, ось, и нового на новое поездил по всей Беларуси. Какие моменты такие, какие запоминальные? Просто у нас всегда, когда приходят люди, а они разных густов, разных керунков, и они кажут, вот у нас там был фестиваль где-то там, где-то там, где-то там. А у тебя что на это можешь вызначить? Ты маешь на увазе на протягу вот 14 годов? Конечно. Ну. Напевно, я и по сегодняшний день буду сгадывать соседний мир на Украине, фестиваль 2011 год. А в чем он такой? Шелково был такие по уберах, Крымский полуостров, соседний мир. И он больше не робится, насколько мне подается. Але вось мы туда потрапили в 2011 году, нас одобрали со шматликих гуртов белорусских. И мы туда поехали с материальной вознагородой. Ну, хапило только на дорогу туда-сюда. Але все одно приемно на великой пляцовце выступить там с тогочасными гуртами. Король и Шут, тогда был еще и Noise MC, и все эти остальные классные чуваки. Ну, не все из них классные, але ты разумеешь, про что справа идея говорит. Вот, напевно, а чему я именно его вылучил? Потому что, слушай, ну, я... Когда-нибудь все такое было в жизни, ты выступаешь на великой пляцовце, а леворушит тебе море, просто море, берег. И люди там и усмехаются, и они отпочиваются. Романтика. И ты спеваешь песню. Романтика. И якостный звук, это и море, это другие раз на житті, коли я трапил на море. Так приємно было просто нам усім. Мы потом после выступу уже, коли сонце сідало, мы стали у четверох с гуртом. И я откарковал бутельку коньяку, якая чекала своего моменту 2 года у меня там у шафе. Якостный коньяк, и просто мы его распили, по глотку зарабили, просто кинули у моря. Как вернуться уже. Ну, потом плавали, подобрали, конечно, как не забрудилось смертью там. Ну, прикольно. Воды. Олеж, ну, такие яскравые моменты. Мы там потом 3 дни запар были. Еще и наведали и Феодосию, там, и остальные города. Ну, вот так отчували. Классный опыт, классные гурты, классная организация, атмосфера. Ну, жили я хиппи небыто, конечно. А с белорусских фестивалей что ты можешь выбрать? Белорусских фестивалей? Рок за бобров и нечто на той же самой пляцовце, на той территории Боровая. Какие пивные фестивали, не помню. Ну, организация тебе сподобала, да? Ну, знову организация, организационные моменты, то, как они подходят до этого, как они ставятся до музыков на бэкстейдже. То, что все чинно на своем месте, все по часе. Гук. Ну, самое главное для музыков – это гук, конечно. Я не выключение, для меня так само кайфуешь, ты, когда на сцене якостный гук. И это непосредственно передается их людям. Добро. Расскажи тогда про сегодняшние планы, какие будут и, может быть, в будущем ближайшие. Я кажу, там, месяцы, что вы плануете выпустить, а может быть, уже выпустили, а может, некие концерты. Ну, вот терпит час, худко выйдет наш новый сингл. Розные, розные. Слухать усім. Рыхтоваться осторожно будем гороша. Розные? Розные будем называться песня. Такая тяжкая, крышку. Для нас эксперимент непосредный. Вот, и менавіта яе мы презентуем у ТНТ 19-го гэтага месяца. Кастрычник. Каверни ТНТ презентуем и отыграем все остальные наши буйные песни. А все песни это ты целком пишешь? Ты все ж таки? Ну, все разом, гуртом. То есть каждый там что-то слово? Ну, слово докладно я пишу. Музыку с больших так само я, але мы створяем ее разом у коллективе, у хаурусом. А у тебя, до речи, не было за сколько там 14 год, так? Перетурбации с гуртом. Ці у сябры такие по житті? Ну, у нас менялся склад, але для бытоков стояли Олесь Ильин, бас-гитара, и Василь Сидоров. Конечно, это незменный склад. Ну, был інший гитарист Василь Ярмоленко, але потом теперь снова на свое трывалое место принадлежно вернулся на фильм. Вось, и нам вельми
так, ну, ми відчуваємо такі нібито тріо. Хотілося сказати дует Леннона і Маккартні. Ні, у нас тріо з Больчером. Ну, конечно, я в основном пишу я, але я что, я володую только гитарой, я приношу песню, пастрыхование, некий шовновик, и мы уже разом там цалком совершенно импровизуем, из гэтага намалёвывается тема. Да, ты вот сказал, что и сам выконываешь музыку, как кажется, как особо поступаешь. Ну, сэнсы с акустичной гитарой, конечно, так я частяком вандрую. Доводится. И сольные концерты. Или... Сольные акустики мы дуэтом даем, допустим, Василем. Ну и как Ускумая гурт появился? Ты... В смысле, как я наставил? Да, да, то, что ты просто вот сам... Ты же пишешь текст, разумеешь? А может, я не... ревность такая. А, и он такой клевый текст написал, такую клевую песню. Ну, ніколі ніхто не був покривженим. Ну що, ну, це абсолютно нормально нести своє слово, свою пісню. І абсолютно ніякого значення немає, яким чином це робити. Є умови, де просто нема умов для того, щоб виступити з повним фул-бендом, цілком ансамблем. Є просто там, де, ну, просто ось свій стул, пляцовка, канапа і 20-50 людей. А скільки у вас за гэты... Годы, ну, в уголе полноформатника вышло. Три альбома. Три альбома. Студийный. И до холеры сингл. Это зараз модно, знаете, выпускать сингл. Выпускали синглы тогда, конечно, это не моднява было. И лихоманка, и голые танцы. Можно объединять синглы и сделать альбом. Кому это потребно? Мне просто идти на первый и писать новые песни, и абсолютно не важно, как это ты назовешь. Long play, макси-сингл, мини-альбом. Российское похожее, да, речь. Мини-альбом, макси-сингл, сугубо российское похожее. Ну, в Швеции так не называют. Макси-сингл. В России вы ездили? В России ездили Москва-Питер. Як там, до речі, до рок-н-ролла белорусскомовного? Ну, ми їздили з нагодою Курта Кобейна, Ванихіда і на родину. З Большого. А, то есть каверы? Ну, мы выконывали свои песни, але у формате разом с каверами на именинник. Ну, зараз... Классно ставились, классно. Купляли и диски, и тишотки. И... А ты вот скажи, ты только, ну, музыку слухаешь там, то, что подобается, или разную музыку, там, экстремальную? Докладно. Металіку, там, ACDC, там. Ой, слухай, ну на ACDC ми з Олесем з Ільяним виросли, просто гадавалися у школі. Ягони, ну. А чим тобі подобається бегемот, я ось не можу зрозуміти. Ну, може, тому що я не рвую Біблію на своїх концертах і шмат де заборонені. Тільки за гэта? Ну, звісно, не за гэта, а там ёсць і... Есть над чем натхниться, коли так можно сказать. Я просто у выконавцев, у гуртах, я ценю, по-перше, ягоные корони, ягоная приналежность, то, як ён отдана непосредственно своей справе. Коли ён не гребу, ничем не спробую робить и вашим, и нашим сподобаться. Коли вось ён обрал свою каляину, свою вось в эту стежку, и просто хили свою линию. На это может тратится вельми великий долгий час, и 10, и 20, и 30 год. Але, ну, я люблю, коли ты не штучный, коли ты не однодённый, а коли ты на сам речь маешь историю, маешь досвид, и не сежь это людям. На сам речь, я люблю твой материал, у яким есть сенс, який має рацию, яким можно нахняться, и плитку, якую можно прослуховывать и прозвать, вот, и она будет актуальна. Коли гэта не робіцца за темами, за разліком на то, а што мне будзе з-за таго, калі я зраблю вось гэта? А можа лепш так пайсці? А давайце лепш так, а давайце у наступным годзе заспіваем на грузінскай мове. Ну, там можа гэта будзе ў вас патрабавана і можа нам заплоціць лішняя сотак. Добре, ну, люблю людей, які насамрэч своєю справі аддані. Ти ось такі весь апатаний, як кажуть, ну, творчий. А от чим ти ще з'являєшся? Ким ти працюєш у Україні?
Ну, на жаль, на сьогодні, ці на щастя, ці на жаль, я ніким не працюю. Тобто, офіційно я працював офіціантом, це було у 2008 році. За кошт чого ти живеш? Я скажу, колеж. Ну, слухай, ось так хоч і живу, як хіпі. Ні, звісно, ну, гроші з'являються, во всіх у нас є гроші, правильно? Можна опрануться і не в саме дорогое одягнення, можна вести у секонд-хенд, можна на ніякі свої потребування там прищемити їх, наступити іншим разом. Слухай, ну, тема грошей, вона така невичерпна, ну, кому їх хапає? Кому їх хапає? Навіть ті люди, які працюють на 5 днів на тидні і заробляють 1000 рублів. Він абсолютно скаржиться, що мені на що не хапає, каже. Але, звісно, ну, інша справа, що кожен випадок, кожна ситуація особлива, сугубо особиста. І, звісно, варто не працювати, варто заробляти. Я ось це, мені на це хочу донести, варто заробляти. Заробляти гроші можна і музикою, звісно, ніякі дробні копійчини. Хоча як попрацювати? Заробляти можна і у вольний час від музики. Менавіта так, а не наадварот. Не-не-не. Можна там підпрацювати і на будовлі, там, і шпалери клеїть, там, підлогу класти, ну, що завгодно. Головне просто займатися своєю справою. Чим би ти не займався по житті, мені їх сказав Садгуру, індійський філософ, чим би ти по житті не займався, не має значення, але дуже важливо, каб гетом займався менавіта ти. Філософ по житті? Ні, за якого до халяви філософ? Просто люблю. А пошнім разом я більше надаю перевагу читанню, письму, чимся навіть музики. Ось ми розмовляли про музику, я навіть не стільки захопляюся музикою, а пошнім разом, кольки друком літератури. Ти пишеш? Ну, я завжди пишу, але я люблю і як інші, я так само пишу. А малювати малював? Коли школу скончував і спробував поступити в інститут культури. Помилково було. Завалив я і малюнок, і історію Білорусі. Соромно. Завалив історію Білорусі. Завалив натурально. І не поступив тут культуру. Де ти береш натхнення якраз таки у написанні пісень з життя, чи з своєї чи там соціальних ніяких турбот? То, что у нас бывает в Беларуси, ты умный, так вот, сусветненький ты познаешь. То есть откуда черпаешь как раз таки? Ну, ты все это и перелечил. На все? И светопогляд, и то, что отбывается, и то, что не отбывается. Все натхняет. Выходишь на балкон с ранку с кубком кавы, с сигареткой у окуляра. Просто тебе уже и натхнение. Прошелся там, ну, ну, то, что ты перелечил, то и натхняй. Життё натхняй. Коньяк чи джинтоник? Джинтоник. Чому? Ты же про коньяк как раз таки казал, что коньяк тебе больше подобается. Треба штурхнуть его в море и вспомнить. Тому, что не мая колеру, тому, что можно уживать у огульных местин. Добро, босиком чи у кедах? Босонож. Это третий отказ. Добре. Метал чи панк? Панк-метал. Васик, це новий стиль. Панк і метал. Добре. Музика чи виявленче мистецтво? Музика. Добре. Ну і третє, саме головне. Курт Кобейн чи Пол Маккартні? Курт Кобейн. Довго вагався і сказав, що ж ти купив. Я хотів третій варіант, але його не було. Девід Боуи. Лурид. Це вже четвертий варіант. Лурид. А так, добре, Кобейн. Дякую. Євген, от ти мені скажи, на протягу великих кількості год ти слухав дуже шмат музики. Може, ти нам відкажеш на таке питання? Кого ти можеш вилучити з сучасників, чи наоборот тих людей, може, і гуртів, яких вже і нема? Білоруської музики, ось 5 гуртів назвати, які тобі сподоби. І може розтлумачити про один з їх, чому мені на це йом. Фляус і Кляйн,
Блин, але уже нема. Психоз. Голая монашка. Крок. Airworm. Это ж в основном те гурты, которые больше до такого панковского руху. Ну, Фляус и Кляйн, я не знаю, такие фрейки, вельми якостное музло выконывали в 2007. А чому вот так отбылося, что все эти гурты эти зникли, эти в неким занепазе находятся? Ну, никто не вешен. Никто не вешен. А я ж не ведаю, я с ними особисто большей колькости спихал перелечил, я с ними особисто ж не контактовал. Не ведаю, чему. Ну, сейчас иди. Люди столеют, стареют. О, может, никто женился. Может, просто некто мозгом кранулся. Ну, ты ж бачил, да, речи, ты кажешь про голую монашку. Вот мы на вечерине Витовта Мартиненки были, но я так особливо не бачил, как ты там, например, с ним размовлял с голой монашкой. Ну, вы так стосунки у вас не ну, мы ведаем один одного с 2006 года. И шмат чего отбылось. А лишь это абсолютно не знаю, коли мне досподобы творчество. Не, ну, разное было. Ну, конечно, мы с Федей Жевалевским старые сябры. Старые, во всех сенсах. Старые сябры. И вот мы выступали фитом в 2008 на рок-школе. Ось, и он навод зарабил интерпретацию на одну из наших песен «Мутные очи», «Ясные очи». Небыто кавер с ягоным крышку изменами в тексте. Ну и мы, кольцы, рабили кавер на их песню «Легенда» у клуба «Реактор». В 2010 году отыграли. Добрый был клуб. Ну, погатов, что у нас один гитарист на два гурты был некоторый час. Ну, это я называю комьюнити, это я называю тусовка. Вот то, что отбывается, допустим, у, ну, таким прикладом, как у России, там, ПТВП и психия Никона и Фео. И они контактуют, они разом створают, они выступают на одних сейшенах. Это называется подтримка. Вот это классно. Не то, как у нас на Беларуси завжди любят, там, просто глядять, коли твой сосед спотыкнется, как вставить палки уколы и просто хайпануть на чужом провале. У нас было на самом деле комьюнити, и мы гастролявали разом, мы выступали на одних фестивалях. И на тусовках аутопаты разом бавили час. Дорогие, я хотел спросить, ну, у вас есть такие гурды городинские, Дзецюки, как ты до его относишься? Мне не подобается. Почему? Дух это не наиграно, те что, я не веду. Я никого зараз не хочу покрыть, просто я такой не слухаю. Ну, просто не подобается музычный стрижень. Добро, а самые такие знакомитые наши панки, это гурт Нейродюблет, ты до его ставишь. Короче, в этом годе будет 30 год. Ну, с Колин Койшем мы были особисто знакомы, как и многие, я думаю. И ни одной еще делили сцену, ну, в сенсе удельничал в одних фестивалях. Конечно, классный дядька был. Но его можно вылучить с шерого наших выканавцев, которые лишат себе рок-н-ролльщиками мировыми. И он на самом деле был, то, что кажут, трушный. С таким салковым налетом, оттенем крышку. Завжди крышку на подкидку, завжди короткая стрижка. Хорошие тексты, правильный подход, правильная позиция. Добро. Не подстилал. Дякую за вот эту такую невеличкую, але полную размову, бо я думаю, как было все гучнее и зрозумели, зрозуметь твою творчесть, все ж таки треба лепш один раз побачить и почуть вот это твой голос, гитару и твое выконание. И для всех это будет, я думаю, цікавый, можно сказать, урок от мутного вока. А для когось открыть все. А может для когось открыть все, так. И, как кажется,
Дякую за розмову. 19 кастрычніка адбудзецца вялікі сольны канцэрт гурта «Мутная вока». І прэзентацыя сінгла, правільна? Сінгла. І ўсё гэта ў цінці. А зараз мы паслухаем песню. Дякую за суразмову.